Делегация из города Избербаш посетила муфтия республики. На встречу с шейхом пришли мэр, депутаты городского собрания, спортсмены, врачи и общественники. Глава города поблагодарил духовного лидера за слаженную работу, которую он проводит во благо региона. Он отметил огромную роль муфтията в объединении людей в помощи малоимущим семьям. Это было заметно во время пандемии, когда вы помогали по всей республике, духовное управление, малоимущим, бедным семьям. Потому что на тот момент людям не за что было даже домой лекарства покупать. В ходе беседы непростую ситуацию с пандемией в Дагестане вспомнил и главврач центральной больницы Избербаша. Находясь в тяжелом положении, вот тяжелом, вы сами болели, да, выступили, и ваше выступление, несколько слов, которые вы там сказали, поменяло все в Дагестане. Я хочу поблагодарить вас за эти слова, которые вы сказали. На самом деле, огромное вам спасибо за то, что поддержали. Благодаря вам, благодаря тем людям, которые переживают за республику, на самом деле, много людей остались живы. Если есть прямо сказать, не то, что вы сейчас, ваше лицо, я сейчас говорю, это на самом деле так. В Дагестане, хотя есть люди разной национальности, я их считаю людьми одной нации. Избербаш город, таких городов и сел образуется целый Дагестан. Есть Избергемир, Каспийский мир, Махачкале мир, Сумада мир, целый Дагестан мир будет, уважение будет. Единство, наша сила, красота.